Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Ну, разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же интересного нас ждет в ходе этого интервала в 5 торговых сессий. Забегая вперед, хочу сразу сказать, что отчеты будут интересны. Прежде всего, нас интересуют протоколы ФРС, потому что мы продолжаем спекулировать на тему потенциального ужесточения монетарной политики в рамках американского мегарегулятора. И с каждой недели давайте все-таки... По фактам у нас все больше уверенности в том, что ФРС все-таки будет действовать и пойдет на это долгожданное решение уже до конца 2015 года. Сегодня, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение. Величина бонуса сегодня 9%, чуть меньше, чем в пятницу. И надеюсь, что вы смогли воспользоваться моим бонусным предложением пятничным, потому что тогда величина бонуса на пополнение была 13%. Что касается кодового слова, то в качестве такового сегодня давайте возьмем последствия. И, ну, еще раз, конечно же, в конце брифинга я актуализирую эти данные, поэтому сейчас все-таки прямиком давайте обратимся к нашим традиционным финансовым активам, которые мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Также хочу отметить, что сегодня в 15:30 по московскому времени состоится мой очередной вебинар «Правильный понедельник», где с большим удовольствием буду, разумеется, вас всех там видеть. Снова обратимся к ключевым макроэкономическим событиям прошлой недели. Неделька была очень интересная, и по ряду активов мы смогли выполнить наши долгосрочные цели, ну или, по крайней мере, приблизиться к уж совсем таким приоритетным ориентирам, которым стремились на протяжении последних многих месяцев. И особенную ставку здесь стоит сделать, конечно же, на европейскую валюту и динамику черного золота. В 15:30 по московскому времени ключевые макроэкономические события, основной макроэкономический фон этой недели и традиционный слайд, которым я замыкаю, конечно же, каждый правильный понедельник, это ценовые ориентиры по наиболее популярным дуэтом валютных активов. В общем, все как и всегда. Ну а теперь давайте перейдем к нашему традиционному первому активу, с которого мы начинаем каждый брифинг, это динамика Брента. Актуальные котировки на текущий момент 44.95. Если посмотрим на минимальный уровень последней торговой сессии прошлой недели, значение было еще ниже, 44.16. И в целом мы прекрасно понимаем то, что сейчас Brent находится вместе с WTI под серьезным прессом фундаментального характера. Мы настраивались на это давление, в принципе, уже очень давно, и каждый раз, когда возвращались к перспективам динамики Brent, отмечали то, что тот аккумулирующийся, скажем, эффект негатива, который характерен для позиций, перспективных позиций черного золота, он сейчас никак не отпускает и, соответственно, создает еще больше оснований для полномерного снижения и постепенной коррекции к совсем уж долгосрочной идее, которую мы поставили ниже 42 долларов за баррель, в районе 40. То есть, учитывая, что в рамках одной торговой пятидневки коррекция составила по бренду около 8%, мы понимаем то, что дальнейшее снижение этого актива может очень быстро привести нас к той цели, которой, собственно, мы сейчас и руководствуемся. Говоря про актуальный новостной фон, что же стало причиной такой серьезной разгрузки позиций бренда в рамках даже не заключительной торговой сессии прошлой недели, а вообще в рамках всей прошлой пятидневки. У нас был соответствующий фундамент, который касался, опять же, позиции ближневосточного картеля ОПЕК. Напомню, что они весьма недвусмысленно намекнули на тот факт, что не собираются снижать объем производства, поэтому мы готовимся к тому, что декабрьское заседание ОПЕК, оно с точки зрения влияния на квоту будет, по сути, таким же, как и прошлое. Квоту не изменят, а значит, мы прикрепим к общему, скажем, полу тех аргументов и факторов, которые определяют коррекционное медвежье будущее для Брента, и еще одну, соответственно, позицию и еще одно фактическое решение ближневосточного картеля. Плюс ко всему мы знаем то, что Саудовская Аравия постоянно увеличивает объемы производства в рамках прошлого месяца, это также было подтверждено. Мы знаем то, что в Эмиратах в ближайшее время будут задействованы дополнительные производственные мощности, собственно, так же, как и в Иране. Соответственно, можно будет ожидать в 2016 году еще большее фундаментальное давление через расхождение спроса и предложения. На текущий момент, если мы будем говорить про совокупные
скажем, резервы, которые имеются в мировой экономике, это, наверное, даже больше 3 миллиардов баррелей. То есть рекорд, историческое значение, которого мы не наблюдали никогда. И все бы ничего, если бы мировая экономика показывала стабильный темп экономического роста, восстановления, набирала бы скорость и указывала на то, что вот этот, соответственно, выхлоп, который может повлиять на снижение объема предложения, он должен был восстановить спрос и предложение. Но сейчас мы видим то, что в целом мировая экономика замедляется, значит, каждый раз, когда возвращаемся к длинной инвестиционной идеи долгосрочного влияния, предполагающего ослабление позиции черного золота, мы указываем на то, что ключевой фактор влияния на нефть – это гиперизбыточное предложение. Плюс ко всему, Международное энергетическое агентство сообщило в пятницу о том, что ожидают продолжения снижения спроса на Brent и WTI в рамках 2016 года. И если в 2015 году были прогнозы, которые предполагали рост спроса на 2016 год до 1,8 миллиона баррелей в сутки, то сейчас уже по факту можно говорить, с 1,8 ставка потенциального увеличения спроса съехала до 1,2 миллиона. Поэтому у нас есть еще один фактор, указывающий на то, что Brent в 2016 году будет испытывать не меньше трудностей, а может быть даже и больше, чем испытывал вот в последнее время. И еще один серьезный фактор уже американского происхождения. Мы, разумеется, регулярно анализируем данные по запасам нефти США. Напомню, что согласно прошлой оценке API и Минэнерго США, это прирост запасов, что в целом позволило нам использовать и локальные факторы, факторы разгрузки позиций черного золота. И традиционно каждую пятницу мы обращали внимание на отчет, который констатирует прирост буровых. Ну, в последнее время, последние 11 недель, мы наблюдали снижение количества буровых в Соединенных Штатах Америки. И в целом в пятницу традиционно, если мы отмотаем опять же назад, то можно будет увидеть, что пятничная торговая сессия в преддверии этого отчета оказывалась в основном восстановительной для позиции Brent, потому что количество буровых снижалось, и это, скажем, осеяло позитив на рынке касательно того, что если снижаются установки, которые, соответственно, разведывают нефть, значит, можно говорить о потенциальном снижении объемов производства в рамках американской экономики, которая является одним из ведущих производителей. Но в прошлую пятницу количество буровых впервые за последние много недель увеличилось на 2 штуки. Поэтому в целом готовимся к тому, что в рамках США запасы продолжат расти. Собственно, обновленные данные будем анализировать уже совсем скоро. Но я думаю, что вряд ли мы увидим снижение объемов выработки. А поэтому ОПЕК, Россия и Соединенные Штаты Америки будут и дальше толкать факт гиперизбыточного предложения к новым максимальным уровням и создавать соответствующее давление на позиции нефти. Ждем еще большего долгосрочного снижения. Очень глубоко мы уже просели. Напомню, что даже тогда, когда нефть пыталась закрепиться выше 50, я давал рекомендации касательно того, что не нужно поддаваться на вот это локальное бычье ралли, которое, скорее всего, было связано с заблуждением относительно актуального новостного фона. И все-таки нужно придерживаться прежнего коррекционного просыла. И, соответственно, эта рекомендация была верна. Я считаю, то, что мы доберемся до более низких значений, просто остается держать селы и продолжать анализировать новостной фон, который уверен и дальше будет создавать дополнительные возможности для разгрузки этого финансового инструмента. Что касается российской валюты. Актуальный курс 66.75. Локальные значения были еще выше. Понятно, что ослабление позиции Брента провоцирует девальвацию курса национальной валюты. Мы в этом ничуть не сомневались, и поэтому всегда говорили, что ожидание еще большей просадки Брента и WTI будет создавать возможности для девальвации и стремительного ослабления курса национальной валюты против основных конкурентов и движения рубля к тем уровням, которые наблюдали много месяцев назад. Это выше 67. Наша долгосрочная цель 70, она в принципе остается неизменной. И поскольку есть потенциал еще большего ослабления нефти, я думаю, что и по рублю мы также сохраняем прежний лонг, точнее по паре USD-RAB, и стремимся к более высоким ценовым значениям. Наш традиционный курс конверсии, когда мы актуальные котировки по паре USD-RAB умножаем на
актуальную цену по бренду. Сейчас, если мы произведем такую операцию с учетом действующих цен, можно будет прийти к выводу о том, что рублевый эквивалент стоимости барреля находится уже на уровне 3000 рублей, то есть меньше, чем на прошлой неделе. И, разумеется, логичный вывод напрашивается сам собой, нужно ожидать еще большего ослабления российского актива. Идем дальше. Евро против доллара снижается, в частности, актуальная котировка 1.0750. Мы видели то, что и заключительную торговую сессию евро в целом больше находился под давлением своего основного американского конкурента. И если начнем анализировать новостной фон, в принципе, найдем еще дополнительное фундаментальное подтверждение того, что другой динамики и реакции главного валютного риска вряд ли вообще можно было наблюдать. Во-первых, в пятницу у нас были отчеты по ВВП Германии и еврозоны, и можно прям начать с темпов экономического восстановления ведущего локомотива, как полагают многие, еврозоны, то есть Германии. Фактически отчет 0,3%, конечно же, квартальный эквивалент против прошлого 0,4%. И здесь очевидное падение, фактически уже состоявшаяся рецессия. Мы делали ставку на то, что ВВП Германии вряд ли оклемается в ближайшее время, потому что отталкивается от актуальных цифр по промпроизводству и сфере услуг. А поскольку промышленность на протяжении последних двух недель мы анализировали только со знаком минус, констатируя падение и ухудшение, опять же, бизнес-ожиданий и настроений, слабые данные по экономическому восстановлению были вполне предсказуемы. Напомню, что в рамках Германии торговый баланс, который также был опубликован буквально чуть больше недели назад, зафиксировал факт серьезного увеличения импорта. Ну, экспорт тоже подрос, но незначительно. А вот импорт достиг максимального уровня с прироста, с момента накопления статистики, то есть 1991 года. И мы тогда уже пришли к выводу о том, что сделать ставку на рост импорта является, мягко говоря, немудрым решением. И с учетом, опять же, экономики, которая ориентирована на импорт, вряд ли можно построить оптимистичные показатели по экономическому восстановлению. Тогда мы закладывали это в качестве предпосылок для слабых темпов экономического восстановления. Сейчас мы можем уже говорить по факту, что наша позиция была верна, потому что фактические цифры, статистика только подтверждает тот факт, что экономика, ориентированная на импорт, и, соответственно, экономика, которая сталкивается с систематичным падением экспорта, а ранее именно он был основной статьей развития, одной из основных статей развития экономики, приводит к просадке и общего показателя ВВП. Соответственно, если вышли слабые данные по Германии, также можно было логично предполагать, что и общий отчет еврозоны будет таким же плохим. Статистика это также подтвердила, потому что квартальный отчет также 0,3% против прошлого 0,4%. И здесь мы констатируем уже самый слабый темп экономического восстановления с 2008 года. Плюс ко всему, в рамках еврозоны мы имеем очень много проблем, даже не только промышленного сектора, но, может быть, даже одна из основных проблем, может быть, даже ключевая, это слабые данные по индексу потребительских цен, которые провоцируют, собственно, еврозону. Монетарные власти ЕЦБ действуют более решительно с точки зрения решения программы количественного смягчения. Поэтому пятничным данным стоит сказать спасибо, потому что наше позиционирование, ожидание того, что Драги не будет медлить до конца этого года и анонсирует расширение программы количественного смягчения, только усилит. А значит, на евро может быть оказано еще большее давление. Собственно, мы это давление и ждем. Наша долгосрочная цель – это движение пары евро-доллар в район 1.05. А в качестве краткосрочного фундамента можно использовать прежнюю идею. Я надеюсь, что вы присоединились к ней. Это рекомендация, которая предполагала вхождение в сделки с уровня 1.0750, take profit 1.06, stop loss 1.08. Если вы в этой сделке, соответственно, сидим, ждем профитного ориентира, я уверен, мы до него доберемся. Если вы в эту сделку не вошли с этого уровня, пока тогда лучше подождать, поскольку с актуальной котировки уже предполагают прохождение того самого стопного уровня на 30 пунктов. То есть сейчас рискованно залазить в актив, потому что восстановление действительно может иметь и может быть в рамках даже сегодняшней торговой сессии. Если далеко не отходить от пары евро-доллар и ориентироваться на национальный макроэкономический фон, сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен. Напомню, что
В случае снижения этого отсчета у нас будет еще один серьезный аргумент в пользу того, что евро нужно стратегически, тактически продавать. И это будет правильное решение, потому что в случае просадки индекса потребительских цен будем сразу говорить о еще большем давлении на потребительскую активность и, соответственно, на темпы экономического восстановления. Полагаю, что в рамках еврозоны сегодня мы как раз можем увидеть снижение этого отсчета, особенно учитывая серьезную поддержку. Падение цен на черное золото. И говоря, скажем, объективно, реально именно снижение цен на энергоресурсы, придерживание этого актива прежнего коррекционного, соответственно, посыла стало причиной серьезного давления на общий показатель инфляции в регионе. Это сейчас логика соблюдается, а значит, ждем еще больше просадки этого отсчета и еще большего давления на позиции европейской валюты. Сегодня также состоится очередная конференция председателя ЕЦБ Марио Драги. Но, в принципе, от Драги мы уже услышали все, что хотели. Он еще на прошлой неделе реально намекнул на то, что ЕЦБ рассматривает буквально все инструменты, которые можно задействовать для стимулирования экономики. Речь идет о расширении программы QE, продлении сроков ее действия и, может быть, даже о снижении процентных ставок. Скажем, эта риторика стала еще одним обстоятельством для разгрузки европейской валюты. Ну, мы ожидали, в принципе, таких слов. Но, получив подтверждение, конечно же, от монетарных властей, наша позиция стала еще более уверенной. В общем, ждем еще большего ослабления главного валютного риска. Доллар, японская иена. Здесь в целом не нужно отходить от долгосрочного посыла, связанного с возможным ростом американцев, потому что вероятность повышения процентных ставок растет буквально с каждым днем. А еще чуть-чуть осталось до долгожданного заседания ФРС декабрьского, где, скорее всего, они примут решение о повышении процентных ставок. В пятницу были опубликованы данные по розничным продажам США, отчет 0,1%, собственно, так же, как и позапрошлый отчет. Особого негатива в этом искать не нужно, потому что если говорить про ключевое ожидание в рамках ФРС, связанное с нормализацией денежно-кредитной политики, здесь нужно отталкиваться, конечно же, от рынка труда, который сейчас на самом лучшем уровне с 2008 года, то есть фактически цель ФРС в 5% уже достигнута по безработице. Инфляция. Да, инфляция еще остается проблемой для американской экономики, но я напоминаю последний отчет по росту заработных плат, который оказался на самом лучшем уровне за весь 2015 год, прирост 0,4%. И этот отчет, разумеется, можно использовать в качестве фундамента для постепенного восстановления индекса потребительских цен и, соответственно, уровня инфляционного давления и движения к целевому значению в 2%. В пятницу состоялось еще выступление представителя ФРС Лоретты Мейстер, которая, в принципе, повторила слова Локхарда и Дадли и отметила то, что прогресса на рынке труда и, в принципе, наличие предпосылок для роста индекса потребительских цен достаточно, чтобы ФРС пошел на долгожданное решение по повышению процентных ставок. Ну и плюс ко всему он отметил, что чрезмерное промедление, связанное с ужесточением монетарной политики, может стать причиной формирования ненужных финансовых пузырей и рисков для финансовой стабильности для США. Действительно, такие присутствуют и имеют место быть. Поэтому, чем ближе заседание ФРС, тем, соответственно, больше у нас уже представителей американского мегарегулятора, которые, скорее всего, отдадут свой голос за повышение процентных ставок. Поэтому по USD-иене ждем движения в район того сопротивления, которого мы придерживаемся очень долгое время. Это 125. Фунт против американца. Актуальные цены 1.5208. Видим то, что сейчас фунт корректируется. Очень надеюсь, то, что эта коррекция связана с тем, что трейдеры после выходных, еще раз переосмыслив общий фундаментальный фон, понимают то, что сейчас фунта нужно распродавать, учитывая последнюю позицию британского мегарегулятора. Если нет оснований сейчас надеяться на повышение процентной ставки, на достижение целевого показателя по инфляции, а есть еще объективная реальность, связанная со снижением цен на энергоресурсы и еще большего давления на уровень инфляционного показателя в регионе, значит, у нас, точнее, у тех трейдеров, которые придерживались длинной позиции по британцам, сейчас вообще не за что цепляться, чтобы объяснить потенциальный рост британского инструмента. Если это так, тогда давайте не будем
сейчас поддаваться ложному, возможно, заблуждению, связанному с ростом британцев, который мы наблюдали в рамках прошлой пятидневки, и будем придерживаться все-таки более логичного, фундаментального посыла, который предполагает возможность ослабления британцев против доллара и движения в район 1.50. Поэтому на прошлой неделе мы выставили селл-стоп с уровня 1.5150, это и профит 1.50, стоп-лосс 1.52. Собственно, пока этой идеи и придерживаемся. Хотел пару слов сказать про USD-CAD еще, в частности, в пятницу Банк Канады, честно говоря, такого я не мог предположить, но в целом долгосрочно все-таки было ожидание того, что Банк Канады может потенциально анонсировать дополнительные меры экономического стимулирования. Руководство Банка Канады в пятницу сообщило о том, что они рассматривают даже возможность введения отрицательных процентных ставок. И я считаю то, что, скажем, обращая внимание на ту тенденцию, которая сейчас характерна для позиции черного золота, то есть главного экспортного сырьевого товара для канадской экономики, давление на бюджетные показатели будет еще более существенным. Поэтому канадская валюта будет и дальше девальвироваться. Актуальные уровни на текущий момент 1.3317, наша цель 1.35, то есть до нее уже остается меньше 200 пунктов. И очень хотелось бы, я полагаю, что мы сможем добиться реализации этой идеи, то есть добраться до этого сопротивления уже до конца года. Поэтому делаем ставку на еще большее ослабление канадца и, соответственно, рост американской валюты. И еще пара USD с VC. Здесь мы несколько сейчас воздерживаемся от трейдинга по этому тандему валютных активов, потому что по швейцарцу мы уже очень неплохо прокатились, добравшись паритетного значения. Этот расчет был верным, но есть сейчас дополнительные предпосылки ожидать еще большего ослабления швейцарской валюты против доллара. И они связаны с тем, что мне понравилась формулировка из Барклайса, моих коллег, касательно того, что швейцарский банк готовится в прямом смысле к ядерной интервенции. И основанием для этой интервенции может стать, опять же, декабрьское решение Европейского центрального банка пойти на расширение программы количественного смягчения. Это спровоцирует, разумеется, ослабление европейской валюты, и нужно будет создать условия, при которых франк должен слабеть быстрее. Поэтому массивная, масштабная интервенция будет, конечно же, выходом. И говоря про цели, которые могут стать реальностью для пары USD/VC в случае реализации этого сценария, это, конечно же, значение выше паритета. Но пока я не буду обозначать эти уровни. Давайте последим еще за динамикой USD/VC. И как только будут созданы условия, чтобы войти в этот тандем валютных активов, я, разумеется, анонсирую. Но вот что касается евро с VC, здесь уже есть ориентиры. И можно, в принципе, для среднедолгосрочных трейдеров заходить даже с текущих уровней. При соблюдении того сценария, который я сейчас обозначил, евро с VC может добраться до уровня 1.18. И я считаю то, что, в принципе, до этого рубежа пара может, скажем, подняться уже в рамках ближайшего квартала. Собственно, на этом все. Говоря про основной макроэкономический фон и важные отчеты сегодняшнего дня, еще раз напоминаю, в 13.00 по московскому времени индекс потребительских цен еврозоны и в 13.15, то есть через 15 минут после этого, конференция Драги. Бонус на сегодня 9%, кодовое слово «последствия». Если есть вопросы, вы знаете то, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube и в специальном аналитическом разделе форума «АМаркетс». Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.